батное движение в нашей стране, оно выходит на новый уровень. Уже подписано новое положение Всебелорусской лиги дебатов. Мы рассчитываем на то, что фактически в каждом вузе по-хорошему должен быть какой-то вот такой дебатный клуб, где ребята могут дискутировать по актуальным темам, ну и, естественно, соревноваться между собой, определять лучше. Витебский государственный университет имени Машерова, он определен как базовая такая организация учреждения образования по дебатному движению в рамках Витебской области. Диалог очень хороший получился, получилась масса положительных эмоций и впечатлений, ну и мы рассчитываем на то, что в Витебской области вся эта вот Всебелорусская лига дебатов, она будет активно развиваться. Мы на это, по крайней мере, нацелены. Сегодня университет Машерова впервые принимал представителей лиги дебатов вот на таком уровне. Объединенные команды нашего университета и Академии управления при президенте Республики Беларусь померились своими силами. Результат меня удовлетворил. Почему? Это было интересно, это было познавательно. И самое главное, мы поняли, что независимо от места, территориального места обучения, наши студенты одинаково хорошо подготовлены. Они умеют коммуницировать, они умеют слаженно работать, а это значит, что у нашей страны есть будущее, потому что им предстоит решать серьезные задачи. Шла об обязательном распределении студентов как платной основы обучения, так и бюджетной. И поскольку я являюсь студенткой платной основы, для меня это особенно актуально, и поэтому дебаты шли прям остро. Первый раз я нахожусь в Витебском государственном университете имени Машерова. Очень приятно здесь находиться. Атмосфера была просто замечательной. Студенты, конечно, поразили своим радушием. За 4 года обучения мне доводилось играть на многих дебатах, ездить и на конкурсы, но сегодняшняя встреча была особо интересна, потому что и тема была посвящена процедуре распределения. Сейчас я работаю в университете и занимаюсь распределением, и на практике это все постигаю, так сказать. А сегодня нам довелось с ребятами из Академии управления, это был новый опыт, обсудить с ними эту не то что проблему, но, наверное, насущую тему для нашей страны, потому что ребята платной формы обучения тоже желают распределяться. И вот совокупность такая и наших знакомств, и темы, и новый опыт позволили нам очень практикоориентированно обсудить эту тему, познакомиться, завести новые контакты и понять, что мы можем все вместе работать в команде.